Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в драконы в саднике Олуха. Так, седьмой день, забираем с тобой праздничные светлячки, 200. Так, дальше здесь пропускаем. Смотрим, что мне принес беззубик, надеюсь, статуэтки. Да, отлично. Три штуки, ребят, три штуки статуэток. Это просто круто, потому что именно статуэтки мы с тобой коллекционируем. Для чего? Для того, чтобы открыть вот этого великого смутьяна. Так, ладно, давай посмотрим, сколько нам не хватает еще. Ой, подожди, это не здесь. Извиняюсь, нет. Это не здесь. Так, сколько нам еще... В принципе, ребята, 7 статуэток еще нужно. 7. Отправляем его опять в путешествие. Нашего беззубика, пускай он там ищет. Будем надеяться, что он найдет рано или поздно. Так, здесь отказываемся от выгодного предложения. И здесь то же самое, отказываемся, потому что у Йохана ничего нет для меня. А здесь 120 тусклого янтаря. Плюс яйцо какое-то у нас тут. Ага. И это у нас снежный призрак. Конечно же, я его оставляю, потому что, ребята, это редкий. И пускай он сидит у нас в ангарчике. Так, давай-ка, скороходик, иди, тренируйся. Так, этот у нас еще до сих пор на тренировке идет, находится. Эти уже принесли добротное количество ресурсов. Ну-ка, эти два железа. Тихонько обойди его. Такое вот задание, тихонько обойди его. Слушай, мы же, по-моему, сейчас железо сейчас наполучаем. Приличное количество, да? И нам хватит... Ой, тихо, подожди. Так, за рыбой. За рыбой. За древесиной. Так, лети пока по делам. Ты за рыбой, ты за деревом. Тоже лети за деревом. Так, ты за рыбой. Сколько у меня? 984. Смотрим. 972. Вот так вот, ребят. Ветрокрыл полетел у нас прокачиваться. Скоро он будет 12 уровнем. Ой, 112. 112 уровень, да, получит. Давай-ка мы... А, я не могу его. Этих тоже пока не могу. Ладно, пускай летят за сбором, там, не знаю, древесины, чего угодно. Так, малыши. Ну что ты мне тут? Мне бы, конечно, шестеренки бы не помешали бы, на самом деле. Так, здесь... О, сейчас будем смотреть, что нам выпадет. Либо руны, либо шестеренки. Руны, но их мало. А, 12 штук. Но мало. Драконий край, 8 требует. То есть 4 в наваре я оставляю себе, да? И 99 железа у нас всего лишь осталось. Бросьте оружие. Так, и грамм гильда. 9 рун. Пляж. Давай, лети на пляж. Где там у нас шлем викинга лежит? Вот он. Так, посмотрим. Здесь блестящий янтарь забираем. И, по-моему, я могу всего один. Один светлый янтарь заказал. Так, ну теперь давай смотреть, что наши. Так, вот мухоморы. А здесь меч, наверное, как... Нет, рыба, палтус. Палтус хек. Называй его как хочешь. Где мои тут ребята? Вот они. Лети, тренируйся. Тоже лети, тренируйся. Академка уже все, ребят, забита полностью. Ну что, заберем здесь тогда наши награды еще. По двадцаточке как раз получим, да? Одну из наград. Так, глянем, что нам здесь выпадает. Содержит элитных, это пак. Ареновский лаварык, громобой, кошмарный пристеглов, шепот смерти и экзотический шепот смерти вместе с грозокрылом. О, чемпион хлысторез. Давно, кстати, не выпадал, вообще давно.
Так, у нас последний тут пак затесался. Костолом, крылатый ужас, барс и вепрь. То есть паков больше нету. Надо зарабатывать. На самом-то деле. Давай бесплатный откроем. Шторморез, кревет, чудовище. 3. 13 рун. Монета Одина. Громобой, шепот смерти, громобой, защитник. 3. И опять 13 рун. Замечательно. Так, здесь заберу награду. Ну что, ребят, сегодня продолжаем бомбить события. Сколько нам там еще? Раз. Подожди. Раз. Два. Блин. Раз, два, три, четыре. А, ну все, ребят. Сегодня мы его допроходим. Муштра наездников будет взято. Так, ну три волны, да, начинается тут, короче. А, две. Вчера было три волны, сегодня две. Поехали. Так, сразу дебаф. И уничтожаем его. На второй волне у нас... Ага. Так, я вот не помню, кто из них самый такой противный. Сейчас узнаем. Нет, ну Громль-то понятно, он делает у нас фаерболы. Громль делает фаерболы. Блин, хильнуться не успеем. Ладно, фиг с ним. Что он сейчас замутит? Теперь я буду знать, кто из них тут самый такой противный. Фиолка, нет, надо брать зелень. Зелень под свой контроль, ребят, чтобы она на фиолке отыгрывалась. Офигеть, он пламенем вжарил, да? Так, ну что, добиваем мы этого ханорика. И остается у нас один лишь Громль. Дебаф. Укус. Он фаербол сейчас... А, он решил хильнуться. Это, наверное, зря. Конечно, зря. Ну, а мы приступаем к раскрутке колеса и получаем прилив сил. Как только начинают выпадать вот эти всякие прилив сил и груши, да, ребят, сразу настораживает почему-то. Настораживает то, что будет в конце, наверное, трешняк какой-то. Ну что, мини-босс у нас. А сколько волн? Блин, тут три волны. Мини-босс и три волны. Ну как вот... И к тому же стражники. Офигеть. Вот тебе и муштр, блин. Давай, как-то нам надо быстренько их тут разобрать-то. Уничтожаем. Пламенем, да, будет? Нет, ребят, никакой не пламя. Разбег. Кусаем. Так, Кривоклык получит свою хилку сейчас. Вот сейчас мы его захиляем. Он до него докопался, а? Все, уничтожаем. Вторая волна, смотрим. Водорез и два престиголовых. Давай так сделаю. Надо... Ну, уничтожим вначале престиголового, хотя бы одного. Потому что если они сейчас начнут... Блин, они уже начали. Они уже начали свои фаерболы, ребят, выпускать. Так, уничтожаем. Минус один. Офигеть. А еще босс впереди, ребята, не забываем об этом. Что ты будешь делать?
Знаете же, куда бомбить, а? Ну что, лечимся? Упс. Два водореза. Это уж вы, ребят, что-то как-то больно круто, мне кажется. Они же сейчас раз-два. Нет, там будет небольшой перерывчик у них. Давай, я все-таки хинусь. Я, ребят, не хочу рисковать. Попробуем без рисков. Так, в барсика. И не только. И не только в барсика все это полетело. Ну что, остается вот с этим разобраться нам как-то по-быренькому. Этот у нас тоже глушитель еще тот. С разбега, как всегда, любит протаранить. Уклонение, аллилуйя. Так, он промахнулся. Этот сейчас просто удар сделает. Дальше мы добиваем. А мы сделаем вот так вот. Теперь нужно вот этого, ребят, кромсать. Дебаф и готов. Так, рыба. 200 лямов. И у нас содержит новичков. Давай посмотрим, что ты нам дашь. Шторморез, душитель, шипорез и все. Раз, два, три. Да, три поединка. Сколько волн? Три волны. Ладно, здесь хотя бы один злобный змеевик. Тем более он у нас шустрик. Будем бомбить его хитрыми. Так, добьешь? А, не он. Не наш ходит. Так, здесь у нас скалотряс плюс престиголовый. Скалотряс плюс престиголовый. Промахнулся. Замечательно. А этот не промахнется, этот будет кусать сейчас. Видишь? Кусака. Пиляемся. Вот зря я, наверное, сейчас хильнулся, ребята, потому что он сейчас будет делать... Да-да-да-да, вот надо было перетерпеть, а потом уже суперударом бомбить. Готов. И здесь двое. Так, водорез. Давай, наверное, мы его попробуем сейчас быстренько уничтожить. Ну, этот не страшен. Ничего нам не сделает. Атакуем сюда и добиваем. Теперь кусаем. Раз, два, три. Да, ему... Воу, нет, ребят. Я думал, сейчас на следующей ходке мы его добьем. Не получится, к сожалению, пока. Оглушил мне штормореза. А вот теперь все, теперь он доигрался. Давай так вот. Я же говорил, на этом колесе нам выпадает... Ага, новичков содержит. Пак, который содержит новичков. Ну что, мини-боссик у нас впереди. Давай быстренько сейчас его... Сколько волн? Три. Так, музло опять исчезло. Все исчезло куда-то. Блин, наверное, надо было с кревета начинать. Ай-яй-яй. Кревет-то будет, блин, посерьезней. Хотя тут фиг знает, ребята, как лучше делать. Чувствую, сейчас меня тут раскромсает почему-то. Опа. Вот это вот не надо делать. Так, Кривоклык, ты же его уничтожишь? Ведь уничтожишь, ведь я верю в тебя. А вот у нас, оказывается, кто мини-босс. Это, блин, офигеть, на второй волне уже мини-босс? Погоди-ка, а там будет Кривет потом идти? Ёк-макарёк. Ты понимаешь, да, почему я, ребят, тут побаиваюсь? Если этот парень сделает сейчас свою суператаку, это будет бубо.
Но он не стал ее делать. К счастью для нас. Это фаербол полетит сейчас. Слушай, что-то ребята не то у них. Они сыграли, конечно, хорошо, но не могли намного лучше. Они могли меня уже разнести, если бы начали бы применять свои суператаки. Но, как мы видим, они этого не стали делать. Наверное, потому что музыка исчезла. Музыка исчезла и все остальное. То есть я, значит, получается, успею закромсать и плюс еще и хильнуться при всем при этом. Такой расклад меня устраивает вполне. Так, и добиваем. Вторая волна. Здесь два престиголовых, блин, плюс злобный змеевик. С кого тут начать-то даже не знаю. Массовая так однозначно полетит от нашего штормореза. Сейчас фаербол залепит. Ух, это, ребят, не фаербол. Это целое огневое побоище какое-то было. Так, раз, два. Мы не успеем, да? Получается, не успеем мы. Блин. Ладно, валим здесь. Сейчас опять что-то будет чудить. Блин, только вторая волна. Хил нужен мне. Ёк-макарёк. Давай так попробую. Отлично. Ё-парасоте. А тут-то что происходит? Вы сейчас серьезно? Все это стражи, блин. Все стражи. Громобой, костолом, ну и, соответственно, ветрокрыл. Тут, наверное, придется нам раскошелиться. У нас 14 этих есть. Наверное, придется их использовать. Ну а что делать? Добьешь хотя бы громобоя? Отлично. Так, а этот у нас будет разбег делать. Будет же? Нет, не стал. Я понял, ребята, что он хочет сделать. Но я не позволю ему. Этого я ему не позволю. Вот так вот сделаем. Да-да-да, если бы я, ребят, не повесил бы на него слепоту, ох, сейчас бы нам тут вообще не сладко было бы. Ты прикинь, он его просто уничтожил. С одной плюхи. Вот о чем и речь была. Что надо всегда брать, ребят, слепоту. Особенно на ветрокрыло. Он очень опасный. Дракон. Тут я уже не боюсь, потому что энергии у него нет, он не сделает, не повторит свою заморозку, а мы его запинаем. А здесь выпадает нам древесина. Почти 200 лямов. Ну и вот, ребята, сейчас будет у нас последний. Так, ареновский пак забираем с тобой. Содержит элитных. Шипорез, кошмарный присягнув, шепот смерти, громыль, крылатый ужас, водорез. Дикарь. Ну что, теперь надо смотреть... Что у нас тут за босс? Наездник, муштры, блин. Три волны, как всегда, да? Две. Ну, хотя бы на этом спасибо, две волны. Так, вот этот, да? Типок очень опасный, который пламени-то бомбашит. Это же он. Он же в тот раз мне кого-то там сразу вырубил. Так, раз, два, три, они сейчас втроем будут ходить. Этот у нас усиляется именно. Тихо, вы что делаете? Эй, не вздумай. Че, все это кранты называются, ребята, или как? Как интересно, я теперь тут должен, блин, с двумя проходить. Я, наверное... Да что ты сделал, Рэй? Ну нафига ты потратил, блин? Этот усиляется, ребята. Этот усиляется, это плохо, это больно. Это будет очень... Ну-ка. Есть. Нафиг я тогда хилял его?
Ну тут змеевик. Тьфу ты, змеевик. Стальной... Что он делает? Что у него такая инициатива-то заоблачная сейчас была? На. Слушай, ну если мы... Если мы сейчас каким-то, я не знаю, блин, чудом, чудным, завалим с тобой тройного удара, вот этот вот, то, возможно, мы пройдем здесь. Я не спорю, конечно, очень тяжело будет нам зеленых этих бомбить без кривоклыка. Так-с. Блин, они там потом начнут что-нибудь делать. Ладно, сейчас глянем. Ёпарасоте. С пониженной броней сейчас же ушатает. Все, ребят, тут надо сдаваться. Да что я тут сделаю, блин, один? Я вряд ли тут что-то смогу сделать. Они же у нас хиляются, а плюс не забывай, что они вешают на себя щиты. Урон. Они сейчас даже не будут, ребята, тратить свои, свою суперсилу. А зачем? Если он может в любой момент отхилинуться так, что мне его придется опять там пол игры бомбить. Нет, я сдаюсь, ребят. Я сдаюсь. Без кривоклыка здесь абсолютно делать нечего. Но придется, конечно, потратить. Как они называются-то? Руны. 65 рун придется отдать за вот такую вот оплошность. Но я, если честно, не ожидал, что они мне так быстро вырубят кривоклыка. Просто тюф-тюф и расписали. Все, ребят. Как по нотам. И вот кто виноват в этом. Вот этот ханорик. Если бы мне с таким успехом можно было бы взять, повесить слепоту, и то было бы толку больше. Поверь мне. Ладно, сейчас посмотрим. Сейчас фаерболы, как всегда. Ну что, этого в минус? Поехали. Так, дальше я трачу вот эту штуку для того, чтобы вот так вот сделать. Пускай он этого бомбит. Мы тоже немножечко будем помогать. Ну, добили, а нет, не добили. Сейчас добьем. Так, вот он на себя вешает усиление плюс уклонение. Точнее скорость. Сейчас кого-то кусанет, и очень сильно. Чего? Чего? Это что было? Это что такое было, ребята? Офигеть, я просто в шоке. Он всех уничтожил одним огненным плевком. Ты представляешь? Получается, что не вот этот жесткий, а вот этот, да, 20 уровня, ё-моё. Ну что ж, друзья, тогда определился у нас здесь враг номер один. Ай-яй-яй-яй-яй, как же так-то? Да, я прям вот, ребят, не ожидал, если честно. Что? Про... Да хорош, ёпарасоте. Вы что делаете, а, ироды? Вообще, что-то какая-то нереальная. Я говорю, не зря ребята дают столько наград, блин. А вот тебе и результат. Это все не просто так. Так, этот сейчас... Нам повезло, ребята, он промахнулся своим суперударом. Он тупо промахнулся. Нафиг вырубим этого постата. Здесь он не промахнулся. Ну добивай. Блин, я боюсь, что его сейчас вот здесь вот сразу же уничтожат. Кто там ходит? Мы ходим, да, первыми? Допустим, выживешь, живи,
Живи, мой родной, ты нам еще пригодишься здесь. Так, с лаварыгами мы разберемся позже, вначале тройной удар. Сначала в приоритете тройной удар, потом уже будем заниматься лаварыгами этими. Сейчас что-то будет, сейчас прилетит нам. Все, этого убрали. Ну что, теперь остаются лаварыги. Офигеть, ребята, три раза... Сколько я? Два раза переиграл, да? Тихо-тихо-тихо-тихо, не вздумай бомбить! Говнюки, а. Поехали разносить их в щепки. Барсика все-таки ушатали мне. Ну, будешь тратить энергию? Нет, не стал. Сейчас будет кто-то из них, наверное, щиты юзать. Или хил, или щиты, одно из двух. Давай, наверное, сделаем так. Пробьешь? Отлично. Все, ребята, остался один лаварык у нас здесь. Надеюсь, мы с ним быстренько сейчас разберемся. Ну, конечно, вот тот чувак меня просто убил своим пламенем всех. У них причем практически у всех было фулл хп. Ты видел, да? И он... Трэш. Я вообще такого не ожидал. Вот так вот. Не ожидаешь, как говорится, подвох, а он тут как тут. В общем, это событие мы прошли, но, ребята... Очень много я потратил рун. Это получается где-то около 130, да, даже больше. Почти 140 рун потратил. На вот эти вот, как сказать, то, что выбирал, то, что покупал дополнительные ходы. Вот это вот все. Ладно, главное, что прошли все-таки. Выпадает опять древесина. Ну что, все, да? Получается, мы забираем с тобой пак. Серия испытаний. Давай. Все это у нас на почту прилетело. И начинаем открывать. Монета Удина. Крылатый ужас, громобой. Громобой защитник. 11 рун вернули. Конечно же, это мало. Дальше. Содержит новичков. Шторморез, ужас, громобой. Ну и вот он, пак серии испытаний. 100 рун, ребят, 100 рун. Хоть что-то, ребята, оправдалось у нас. И шторморез. Опа. Разместить в ангаре. У нас их 3 штуки. Еще... А, рыба у нас полностью. Слушай, ну если рыба полностью, давай тогда мы отправим кого-нибудь за железом. Кто у нас там? Так. Подожди. Сейчас найдем. По-моему, вот этот любитель, да, у нас? А, он за древесину, значит, внизу. Вот этот. Лети. Он полетел, но обещал вернуться. А этот 630. Тоже отправляем его за железом. Так, ребят, ну что, давайте тогда быстренько набьем 3 пака. Ну, еще заодно как раз получим пак вождя. Так, кто у нас тут? Ну, в принципе, здесь ничего страшного нету. Главное, вот этого чудовища вальнуть. Этот у нас, блин, 2 атаки имеет. А я не успею его, да? Хотя, подожди, мы здесь, этого уничтожаем. Теперь можно, в принципе, смело переключаться на этого. Но он сейчас суперудар, наверное, замутит. Ну, этот, понятно, лаварык, как всегда, из-под тишка сейчас добьет.
Только так и умеет делать, из-под тишка. Тут Кривоклык рулит. Против зелени, против этой стражей. Тут Кривоклык и никто другой. Так, надеюсь, он не будет его сейчас залечивать. А то он может, блин, щиты эти повесить свои. Так, ускорение идет энергии. Опа, и все, его здесь как будто не было. Так, ну что, Лаврык, допрыгался, блин. Буду мстить тебе за моего штормореза. На тебе. Так, сейчас Кривоклык клюнет его. Барсик чуть-чуть. Ну и, в принципе, на следующем ходу я его, чувствую, разберу уже. Щиты не вешай только. Наверное, до свидания, да. Так, ну а здесь у нас... Ага. Все красные, твою налево. Краснота — это плохо. Со своими дамагами сейчас начнут тут кривляться. Так, Барсик добьет громобоя, должен добить. Почему-то вот на этого щит не повесился. Интересно, как-то Кривоклык так сделал. А мы дебаф, мы щит снимем этот. Нечего ему тут прикрываться. Сейчас укусит сюда. Понятное дело, он бомбит слабого. Змеевик из-под тяжка добьет. Конечно, тем более своим хвостом. Добил, а мы его добиваем. Такс. Дебафим. Давай, дебафь. Я можно было, конечно, хильнуться, но я посчитал, что лучше понизить ему броню, чтобы так быстрее его было разобрать. До свидания, дядя. Ну что, вот и следующий, последний, наверное, надеюсь, поединок у нас. Громорок 18 уровня, плюс это у нас Шустрик. Так что, наверное, мы его в первую очередь забомбашим, а уже там с остальными разберемся чуть попозже. Потому что наши хитрецы должны все-таки... Блин. Опять понизили броню, а? Ну, естественно. Как только понижение брони происходит, эти охламоны сразу делают подрыв. Мы хиляемся. И надо вот этого пристеголового бомбить. Сейчас фаерболы полетят. Ау, щет поджарил. Ёк-макарёк. Ты давай завязывай, дурень. Чё творим? Сейчас ещё фаербол пульнёт сюда. Ты заколебал, вот серьезно тебе говорю, заколебал он в корень. И чего прикажете делать? А, мы хинуться можем. Фьюх. Но этот сейчас будет разбег делать. Нет, у него нет разбега, блин. Никак не могу запомнить, кто разбег, а кто пламенем полыхает. Все, ребят, прошли главное. Ну что, друзья, как видите, мне выпал эпический пак, который очень редко, я уже забыл, когда он в последний раз мне выпадал, наверное, года полтора назад. И плюс еще обычный. Начнем с эпического. Так, и, конечно же, пак вождя нам. Шепот смерти, древоруб, громобой, ужасный чудовище, костолом, водорез, громовой защитник, клыкокрив. Вот так вот. И здесь заберем ежедневку. Так, ребят, ну что, события мы прошли. Ближайшие события, я не знаю, когда будет. Если что, вы пишите мне об этом в комментариях, и мы сразу же продолжим проходить. А на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.